друзья, мы тут, собственно, в лесу и в экспедиции. И у нас неожиданно появился казан, такой простенький, алюминиевый, на 4,5 литра. И решили сделать маленькое видео заодно, поскольку мы сейчас много в нем будем готовить. Как готовить? Поделиться опытом, как мы готовим алюминиевый казан для уже использования на кухне. Вот, мне поможет Саша Шарчев, заместитель мой. Саша, привет. Ну, вот, друзья мои, вот такой вот казан, прямо светится вообще. Да, 4,5 литра, очень простенький и очень недорогой, кстати. У нас он от фирмы Пловер. Вот. И чтобы нам его привести в порядок, мы его ставим на костер. Вот мы сделали такой таганок для него. И нужно засыпать где-то грамм 200 соли. Крупной соли. Такой, как обычно, в огурцы кладут. Ну, я думаю, в самый раз. Соль сейчас соберет слой масла технического, который находится на самом алюминиевом казане. И потихонечку мы его соберем. Ой, туда какая-то букашка попала. Букашке не повезло. Соль, кстати, становится серой сразу. Значит, что-то было. Время прокалки зависит от того, насколько большой у вас казан. Мы прокаливать будем, ну, не знаю, минут 20-25. Вот мы прокалили казан. И сейчас будет второй этап. Скидываем соль. И обрабатываем маслом. Обычным подсолнечным маслом. Рафинированным. Казан у нас не раскаленный до красна, просто горячий. И вот в этом горячем состоянии мы просто натираем его подсолнечным маслом внутри. Все, казан готов к использованию. Всем приятного аппетита и хороших походов. До встречи в поле.